Алло, да? Алло, а можно вопрос про внешний мир? Пашу Курдюкову. Про что? Про внешний мир. Про внешний мир, конечно. Скажите, а почему у всех домашних халатов там явно прилетели? Он его украл! Я уже говорил, мой образ называется Марлон Брандо или Рейсон Славянцев. Он еще обещал раздеться к вечеру, между прочим. Ой, Пашка, давай раздевай. Вообще не надо. Я снимаюсь. Эй, под музыку, папа. Полянку, яты, баты, да арбата. Там остановка, там стоянка. Мелькают руки, ноги, лица, сумки, лямки, орденские планки. Милиция, милиция. Граждане, гражданки. Вчера был чей-то день рождения. Все перемешалось, маньки-таньки. Было бы дело, были бы деньги. А ты пустой, как Ванька, встань-ка. Стоишь, глядишь, как по нахалке. Прячут дети, панки, солдаты, цыганки, гадалки. Щелки-палки. Это жизнь, дядя. Это Москва. Москва играет фанки, фанки, е-е-е. Фанки, фанки, е-е-е. Фанки, фанки, е-е-е. Фанки, фанки, е-е-е. Как танки брали на странки, англичанки, гречанки, польки, немки от ресторана Прага до Смоленки, рюкзачонки за плечами, пожилые извращенки, молодые нимфоманки. Танки, маечки, улыбаются с витрин, матрешки в виде Бориса Николаевича с Михаилом Сергеевичем внутри. Их изможденные мужчинки покупают им иконки и ушанки, шапки, ушанки, шанки. Это жизнь, дядя. Москва играет фанки, фанки, е-е-е. Фанки, фанки, е-е-е. Фанки, фанки, е-е-е. Фанки, фанки, е-е-е. Фанки, фанки, фанки. Фанки, фанки, фанки. Yeah.